Ну и последний вопрос тогда, вот все-таки по Бетелеку Андрей Витальевич доложил, но все-таки это вопрос не совсем к нему, а ко всей администрации. Год мы там с вами дебатируем по этому поводу. Хорошо, что сделали все-таки через тернии к звездам плотину, но опять-таки земляную, а обещано было тетрайдеры, трубы, чтобы все было красиво. В итоге ни тетрайдеров, ни труб, есть земляной вал обычный. Будет ли все-таки это сделано? Значит, первое хочу пояснить, что данное гидротехническое сооружение, оно находится в оперативном подчинении МКУ ЖКХ. Поручение такое руководителю соответствующему дано, чтобы провел, заключил договор и провел соответствующие изыскания для последующей более качественной проработки плотины с учетом восстановление плотины с учетом тех материалов, которые на данный момент имеются. Данным вопросом вот по двум этим направлениям занимается данное учреждение. Как только будет готов проект и соответствующие изыскания, в принципе, все материально-технические средства для проведения данного вида работ готов. То есть все сейчас за проектом. Вот я могу, не могу не отметить, целый год за проектом что-то. Ну, год же был. Почему нельзя было сделать все же? Обещал же глава района. Так, вопрос никуда, я понял. Все, спасибо большое, у нас все.